Эй, Да нормально я, оклемался быстро. Нога вот теперь новенькая. Да там спасать было нечего. Начисто отхватил. Thank you.
хочет пострелять в Болта? Не слышу! Ну что, есть тут еще фанаты огнестрела? Ну, признавайтесь! Тебе чё надо? В смысле чё? На вечеринку пришел. Только по приглашениям. Для тех, у кого нутро звездно-полосатое. А ты уёбовый. Ладно тебе. Я просто хотел развлечься. Покурить, пивка выпить. А мы что, тебя сюда приглашали, чучело? Чумба, ты чего такой напряженный? Проблемы? С женой посрался? А ты пошутить любишь, я смотрю. Но сейчас вместе посмеемся. Мы все тут любим пошутить, Вокер. Сегодня хороший день, хороший праздник, салют из всех орудий. Вот Ганнер огорчится, если кто-то это все испортит. Да понял я. Ладно. Вот так, Чумба. Пойди выпей чего-нибудь, отдохни. Обмой новый рекорд, в конце концов. У вас тут состязание какое-то? Ага. Кто самый меткий? Я хочу с вами. А вот хер тебе. Мы как раз заканчиваем. А что, слабо? Боитесь, что я вас уделаю? Да ты хоть знаешь, кто я, а? Я 3 раза на фронте был. 3. Ясно тебе, крыса гражданская. В десантуре служил. Тише, Вокер. Я же говорил, мы развлекаемся. А если тебе охота что-то доказать, вперед! Ха! Вместе оттянемся! Ударим Холту между глаз. Я так и понял, что ты любишь выделываться. Ну давай, покажи, что умеешь. Смотри, это посложнее, чем в тире стрелять. Нужна твердая рука и крепкая голова. Это как? А так, что перед каждым выстрелом надо поднять стопку. За Ганнера, нового хозяина города. Звучит неплохо. Ладно, что еще мне нужно знать? Стрелять будешь на 4 точках. Палишь в рожу Холта, время ограничено. Кто больше мишени продырявил, тот и выиграл. Больше всех пока выбил Вокер. Аж 43 очка. Обойдешь его, получишь приз. Хватит, постреляем. Вот револьвер, стрелять будешь из него, иначе не считается. Меряемся мастерством, не пушками. Двигай к первой точке. Начнем по твоей команде. Не пуха. Давай уже! Пей! Да. 12 секунд! Пошел! Главное, не переступай черту, когда стреляешь. А то дисквалифицируем. Стоп! Время вышло! Следующая точка!
Эй, давай уже! Пей! Да. 12 секунд, пошел! Главное, не переступай черту, когда стреляешь. А то дисквалифицируем. Стоп! Время вышло! Следующая точка. Эй-эй, сначала водку, а потом стреляй в морду Холту. Это, я тебе говорю, ветер такой, жух, все мимо сносит. Это что у вас за спиртяга? Тебе не пофиг, стреляй, 12 секунд. По правилам стрелять запрещено, эй, если за черту заступишь. Палец и скользну. У тебя была попытка, Руди. Так нечестно. И стоп, следующая точка. Эй, до дна! За Ганнера! У тебя 12 секунд! Бегом, бегом, бегом! Вернись за черту! Мы тут за честное соревнование! Последняя точка! Давай еще! Бей! Сейчас блюю! А, че теплое-то? Какой ей быть в такую жарищу? Пали давай! 12 секунд. Не забывай про черту! Переступишь ее и все! Время вышло. Все, иди смотри результаты. Посмотрим. Третье место! Ни в голове, ни в жопе. Неплохо для безымянного наемника. Приз победителю! И поздравления от Ганнера! НЦША! НЦША! А теперь пей до дна! Шестая улица! Шестая улица!
Мне нужны услуги Рипера. Ну, тогда давай посмотрим. Говорят, у вас затруднения. Ха, еще какие. Будем благодарны за любую поддержку. Достигли обвинения в том, что в сравнении с конкурентами их импланты значительно быстрее вызывают киберпсихоз. Пиар-отдел и юристы швейцарского гиганта постарались быстро замять скандал. И автор статьи, журналист Франц К, был осужден и приговорен к 10 годам тюрьмы за клевету. И вот что я думаю. Moore Technologies ожидает небывалый расцвет в самом ближайшем будущем. Мои рекомендации – покупайте и ни о чем не жалейте.
Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится. В чем дело? Покажи, что ты продаешь. Смотри, сколько душе угодно. Thank you.
для претинской игры. Эй, ты чё? Спасибо, что приехал. Попробуй, отвечаю. Расскажи, когда ты успела помириться с Эльдекальдо? Ты не подумай, они по-прежнему меня бесят. Но, понимаешь... Это семья. Ну да. Ну рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Я тоже когда-то жил с кочевниками. Похоже, даже город не может нас изменить. Тут сложно спорить. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от Техтроники. Ты уже видел ее в деле? Плюс получишь уважение Эльдекальдо. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли. Меч по дороге объяснит, что к чему. Надо же. Панам и Ви. Что творится-то? Он вернулся? После того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Соло крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Ты ведешь себя как сумасшедшая, ты в курсе? Кто-то же должен. Где меч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ха, ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. А что не так? Если мы просим помощи у чужаков, значит, у нас все очень плохо. Поэтому мы все сделаем по-тихому. Лобовая атака — это самоубийство. Меч уже занялся разведкой. Ви пойдет в лагерь духов, а я буду прикрывать его издалека. Для тихой работы как раз двоих хватит. Не то чтобы мне не хотелось пойти с вами и придушить пару стилетов. Просто... Да ты оглянись! После атак поллагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно. Ему не обязательно понимать. А вот и Мич. Я запустил дрон над лагерем духов. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Мич, как ты? Вот бы изолента могла решить все проблемы в мире. И вообще, ты бы лучше думал не про меня, а про Соло. Будешь смотреть или нет? Ну, поглядим, что там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем?
Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. И если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Видишь там следы? Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Похоже, Сола держали здесь. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Повтори план на всякий случай. Господи, окей. Соло поймали стилеты. Сейчас они держат его где-то на своей базе. Мы должны приехать и вытащить его, если еще не поздно, конечно. Ты пытаешься проникнуть к ним в лагерь, я прикрываю. Стреляем только в крайнем случае. Врагов много, нас мало. Стараемся как-нибудь получить преимущество. Ты вытаскиваешь Соло, и мы втроем уезжаем на полной скорости. Теперь все ясно? Да, едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Мощная работа? Скорее, мощная импровизация. Но это все, что у нас есть. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро его на ноги поставит. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Смотри, у нас тут даже радио есть. Можешь выбрать станцию?
верить, что его вот так изловили. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... Ни хрена себе! Ты видишь? Это будет буря так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей, повторим план на всякий случай. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Найди Соло и выведи его оттуда быстрее.
Бля! Нас так перебьют! Позиция опустела! Займите! Я с тобой лично разберусь.
еще тупой! Не стой отсюда!